да, еще на мои позиции постоянно будут атаковать. Не, по идее, с Яматагана он должен хорошо ложиться. То есть варп, Яматаган по пушкам. И в принципе он должен быстро падать. Здорово. Я приведу вам подмогу. Приказы будут! Приказ! А? Чего пугает? Требуется дополнительное хранилище. Требуется дополнительное хранилище. Требуется дополнительное хранилище. А вот подлата, что стряслось? Здесь нельзя спать. Там сколько? 400 дамага у Ямато, по-моему. Повтори. А? Что происходит? Больше нам не выдержать. Отступаем. Нова на связи. Куда стрелять? Жду подтверждения. Полный вперед! СМ готов. Делай, как я говорю. Выполняй. Положись на меня. Говори, Крон! Объект готов. Пока, конечно, Яматагана построил. Что происходит? КСМ готов. Еду. Полный вперед! Приготовиться к следующей атаке. Мы и так задержались. Проблема в том, что параллельно приходится... Дэвис ведет Ксан в Гаргоне Доминион. Дэвис разблокировал отсек с новейшими истребителями. Требуются дополнительные хранилища. Выполняю. Так. Ну еще, давайте попробуем. Положись на меня! На марше! КСМ готов! Слышу тебя хорошо. Ядерная ракета недостаточно энергии. Недостаточно энергии. Положись на меня. Недостаточно. Выдвигаюсь. Полный вперед! Поняла. Короче, понятно. Я считаю, только что отдал просто всех своих. А вот подлад. На ровном месте. Ну? Недостаточно Виспена. Выкладывай. Еще одна Гаргона уничтожена. Завершена. Она после этого не успокоилась? Вау. Вау. В общем, понятно, Рельстрон сбриваешь, тогда ее можно нормально покоцать. Ну, блин, у Рельстрона дома как у хрен знает кого. Он, видимо, еще после каждого ремонта будет все сильнее и сильнее. Уже в пути. Говори, да, Гран, на марше! Это будет еще весело. Решаем готов! Я обо всем позабуду. Что такое? Я ворон! Ядерная ракета недостаточно энергии. Дай вам ядря! Это по мне! Полный вперед! Эти лука!
Еще одна Горгона уничтожена. Положись на меня! Ну, там нужно сами пойти отбиться. Я надеюсь. Выкладывай! Пристройка. Вызывали? Я мат отдам, конечно, пусть. Будет сделано. Отступаем! Нам нужен ремонт! Есть, сэр. Не, ну... Недостаточно виспена. На связи. Отлично, я просто слил на ровном месте Ямато. А? Не Ямато, а Батлов. Еду. Зашибись. Есть работенка. Чем порадует? Флот вызывает? Положись на меня. Не, ну в принципе через Ямато Ганы, да, это хорошая была идея. Недостаточно виспена. Недостаточно виспена. А? Нова. Я готовлю очередную атаку на Ксан. Присоединяйся, если хочешь. Здесь нельзя строить! В принципе, раз оно пошло, почему бы не попытаться его зарашмарить сам? Что происходит? Есть. Конечно, злой такой. Вызывали? Недостаточно виспена. Флот вызывали? Недостаточно виспена. Конечно, не было там. ХСМ готов! Что такое? Гипериону нужно время на восстановление. Нова, продолжай пока без нас. Чё ты переонок? Я вообще не знаю, это хоть какая-то польза. Ядерный арсенал к бою готов, генерал. Хорошо. Атакуйте на свое усмотрение. Херово. Очень-очень херово. Здесь нельзя строить. Следующую Горгону нужно атаковать как можно скорее. Время работает против нас. Готово. Конечно! Есть работен. Слышу тебя хорошо. Положись на меня. База. Обнаружен запуск ядерной ракеты. В атаку! Валериан не имеет права командовать флотом своего отца. Ксанф готовится выйти на огневую позицию, Нова. Слышу тебя хорошо. Уже в пути. Неужто? Куда они ее запускают? То есть мне... Хрен с ним, что хрень тут ездит. Так что и ядерки сейчас меня швырять будут. Как они вообще прошли туда? Обнаружен запуск ядерной ракеты.
В атаку! Валериан не имеет права командовать флотом своего отца. Ксанф готовится выйти на огневую позицию, Нова. Должен на связи. Ну? Недостаточно ли сфера? Да, командир. Надо переигрывать. Короче, я понял, что я накосячил, раз в меня еще и ракетами будут стрелять, ну это вообще такое. Оксан реально проще убивать пехотой. Доки Цероса, стратегический объект Доминиона. Первый, тогда станет так, чтобы я видел инвизеров. И костюм надо было сменить на быстрое восстановление энергии. Санф находится здесь снова. Адмирал Хорнер расположил свои войска рядом с крейсерами. Да, и я думаю, нам стоит продолжать прослушку переговоров защитников. Готовьтесь к бою! Лучше мы умрем за Арктура, чем станем служить его убийце. Выполняю. Положись на меня! А? Да, да. Проще все-таки реально пехотой его убивать. Первое, второе. Недостаточно. Раз тут эти сволочи бегают, я не знаю. Генерал, здесь это, ну, призрак, которая сбежала. Ну, конечно. Ничего, разберемся. Недостаточно минералов. Какова ситуация? Снова на связи. Слышу тебя. Давай, удиви меня. Что стряслось? Ну да, конечно. А? Чего? Положись на меня! Вперед! Чем порадует? Давай, удиви меня! Вывести Ксан на огневую позицию и уничтожить Горгону. Ближе. Снова на две. Уже в пути. Пристройка завершена. Прочь с дороги! Вижу на радаре Ксанф. Он движется к Горгоне. Готовься к перехвату. Он оснащен огнеметом и бронебойной электромагнитной пушкой. Пристройка. Вооружен и опасен. Выполняю. Выкладывай! Жду подтверждения. Режим готов. Выдвигаюсь. Я воронку делаю! Слышу тебя хорошо. Я обо всем позабочусь. Хан Самарше! Недостаточно.
недостаточно энергии. Повтори. Отступаем в док. Вернемся с новыми силами. Теперь Ксанф уязвим, Нова. Но тебе придется прорываться к нему с боем. Ни хера эта туша неуязвима. Выкладывай. За твой счет. Кто на новенького? Ядерная ракета готова. СМ готов. Кого подлатать? Слышу тебя хорошо. Нова, Гиперион на связи. Мы готовимся атаковать позиции защитников вокруг Ксанфа. Здорово. Я приведу вам подмогу. Почему нафиг проще играть без воздуха? Вот он слишком дорогой. На твой счет! Слишком дорогой тех. Слишком долго строится. Что происходит? Что стряслось? Полный вперед! Всем пора! Говори громче! СМ готов! Брось с дороги! Недостаточно минералов. За твой счет. Блин, ну я не знаю, мне придется сейф лудить. Больше нам не выдержать. Отступаем. Иначе меня просто ядерками закидают. Выкладывай. Лудишь ты. Давай, удиви меня. Я обо всем позабочусь. Полный вперед! Я воронку делать будем! Хочу! Сколько можно сидеть без дела? Он сейчас еще активируется. Что такое? Выкладывай! Что происходит? Жду подтверждения. Я уже заждался. Приготовиться к следующей атаке. Мы и так задержались. Учусь. Требуются дополнительные хранилища. Недостаточно минералов. Дэвис ведет Ксан в Гаргоне Доминиона. Дэвис разблокировал отсек с новейшими истребителями. Вооружен и опасен. Жду подтверждения. Слышу тебя хорошо. Я всем позабочусь. Что происходит? Да. Говори, кто вооружен и опасен. Отступаем! Нам нужен ремонт! Да, конечно, круто, что она отступила, но... А? Недостаточно минералов. Так дело не пойдет. Да. Повтори. Слышу тебя. Хорошо. Да, конечно, люлей. Кому навешать? Люлей я отвешиваю, но, блин, это такое. Пристройка завершена. Бред. Водишь ты. Давай, удиви меня. Я уже заждался. Недостаточно минералов. Нова, я готовлю очередную атаку на Ксанф. Присоединяйся, если хочешь. Что происходит? Вопрос, с чем я должен присоединяться? Недостаточно. СМ готов. Я даже накопиться не могу. Недостаточно минералов. Тут что меня просто нахрен выносит. СМ
На марше! Куда стрелять? Положись на меня! Что происходит? Брось в дороге! ГСМ готов! Задавим их интеллектом! Какова ситуация? ГСМ готов! А сейчас еще ядерный потенциал пойдет. Гипериону нужно время на восстановление. Нова, продолжай пока без нас. А? Пристройка, база атакована. Жду подтверждения. Хуже. Ядерный арсенал к бою готов, генерал. Хорошо. Атакуйте на свое усмотрение. О, да. Недостаточно минералов. Можно больше ядерного арсенала? Мне же так круто. Следующую Горгону нужно атаковать как можно скорее. Время работает против нас. Давай, удиви меня. Недостаточно минералов. Куда вам больше минералов? Минералов. Слышу тебя. Обнаружен запуск ядерной ракеты. В атаку! Валериан не имеет права командовать флотом своего отца. Ксант готовится выйти на огневую позицию, Нова. Подтверждение. Вижу все по-взрослому. И что мне делать? Недостаточно минералов. Я даже мясом не успеваю просто наштамповаться, чтобы убить Ксан. Режим готов. Просто даже долбанное мясо. Давай, удиви меня. Повтори. Поняла. Вооружен и опасен. Жду подтверждения. Действовать. Бегом! Черт! Они уничтожили одну из наших горгон. Есть работенок! Кто на новенького? ЖСМ готов! Она пошла вторую добивать. Режим готов. Вообще ничего не могу ему сделать. Выдвигаюсь. Брось в дороге! Уже в пути. Выполняю. Режим готов. Я не знаю. Я просто не успеваю накопиться. Как при этом его еще убивать? Это такое. Рельсотрон меня моментально просто отстреливает. Пойти в Голиафов, я не уверен, что я просто успею. К тому же дамаг у Голиафов не такой уж и большой. Положись на меня. Поняла. Ближе. Выдвигаюсь. Слышу тебя хорошо. Я уже завязал. Почему бы и нет? Так точно, сэр. Не, ну МММ, конечно, эффективен против него, это однозначно. Понятно! Что происходит? Так у меня нету стимпака. Еще одна горгона уничтожена. А я он к следующей поехал. Что стряслось? Понял. Ну да, сейчас рванем. Кто на новенького? А? Чего пугаешь?
Здесь нельзя строить. А просто все горгоны сейчас не сломает. Ну да, конечно, мне просто все горгоны нахрен вынесли. Завершено. Время действовать. А? Чего пугать? Почему? Потому что он может, а я не могу его остановить. Недостаточно. Брось дороги! Сейчас рванет! Недостаточно минералов. Войска Дэвис уничтожили еще один корабль Доминиона. Клеруш на связи. Давай, удиви меня. Сейчас. Бегом! А войска Дэвис могут не уничтожать войска Доминиона, а? Поняла. Пристройка завершена. Назад! Системы вооружения вот-вот откажут. Я не дал одной тычки, просто одной тычки ей. Ну сейчас шутите, да? То есть... Угу. Я ей просто не дал одной тычки. Сейчас рванет. Недостаточно минералов. Нова на связи. Кому наверх? Недостаточно минералов. Время действовать. Нова. Мы выдвигаемся в сторону Ксанфа. Надеюсь, скоро увидимся. Слышу тебя хорошо. Я обо всем позабочусь. Пристройка. Сейчас рванет. Я сейчас все нахрен снесу. Слышимость отличная. Пошла. Требуется помощь. Поняла. Ложись. Недостаточно минералов. За генерала! Кто-нибудь, найдите звона. Надо подлатать корабль. Нова на связи. Слышу тебя хорошо. Подсвечиваю цель. Какова ситуация? Ну чё, Ксан, да, давай посмотрим. Добить на ремонте-то я могу. Проблема не в том, что добить на ремонте. Проблема в том, что мне накопиться надо было. Недостаточно. А накопиться я не мог. И к тому же у меня нету медиков. Банально нету медиков. Недостаточно минералов. Я обо всем позабочусь. Повтори. Следующую горгону нужно атаковать как можно скорее. Время работает против нас. Положись на меня. Пошло-поехало. Ближе к делу. Слышу тебя хорошо. Поняла. Давай, удиви меня. Улучшение завершено. Больше ждать нельзя. Начинайте следующую атаку. Дэвис ведет Ксан в Горгоне Доминион. Обнаружен запуск ядерной ракеты. Я обо всем... Я слышал Обучусь. Убитого призрака. Повтори. Снова на связи. Знаете, вот тут просто дал зал. И все, меня нет. Вот как я должен эту блок? Ладно, я сейчас не буду ломиться туда, я сейчас попробую по-другому сделать. Я сейчас попробую на последней горгоне поймать, потому что
А потом идти в лоб. Просто в лоб. Поняла. Потому что он на танке лезет, это бред. Выдвигает. Энергии. Мы получили серьезный урон. Отступаем. Посылайте подмогу. Повтори. А, пожалуйста, весь мой отряд, который вышел. Улучшение завершено. Ну, нет, они постоянно просветки кидают. Понимаете? Давай, удиви меня. Вооружен и опасен. Время действовать. А ремонтируют его вон, сами видите, очень Положись быстро. Положись на меня. Говорит адмирал Хорнер. Мой корабль возвращается на передовую. Поняла. А еще там танки. Вот, все. Меня раскидали. Какова ситуация? Обнаружен запуск ядерной ракеты. Повтори. Корабль в критическом состоянии. Мы отступаем. Что я должен делать сейчас? Я обо всем позабочусь. Месторождение. Вооружен и опасен. А теперь скажите, что я должен делать? У меня ресурсы не копятся. Выполняю. Вижу все по-взрослому. Недостаточно месторождения. Все свои ресурсы я... Поняла. Вывести там на огневую позицию и уничтожить Гаргону. Подтверждение. Два на ноль. Вижу все. Вооружен и опасен. Полный вперед. Посылайте подмогу. Больше ждать нельзя. Начинайте следующую атаку. Дэвис ведет Ксан в Гаргоне Доминиона. А еще меня постоянно вот эти вот ребята со всех сторон. Ну все, я проиграл. Какова ситуация? Положись на меня. Поняла. Жду подтверждения. Давай.
повреждения. Системы вооружений повреждены. Пора отступить. Недостаточно респена. Слышу тебя. Сказать то, что я живу на соплях, ничего не сказать. Поняла. Брось дороги! Вижу все по-взрослому. Повтори. Уже в пути. У них ни медиков, ничего вообще нет. Улучшение завершено. Недостаточно минералов. Говори. Снова на связь. Вешай. Выдвигаюсь. Сейчас рванет. Поняла. Понятно. Теперь он на связи. Мы готовы продолжать бой. Ну вот. Видите, что они делают? Я даже ядерку банально не могу кинуть ядерную ракету. Он не настолько жесткий, блин. Его сплэш, который появляется на третьем заходе, он просто аннигилирует меня. Вот это основная его проблема. То есть не было бы сплэша... Его можно было маринадом задавить. Уже в пути. Сейчас рванет. Недостаточно. Гиперион на связи. Мы готовы продолжать бой. Потеряем. Как я должен... Запуск ядерной ракеты. Вот как я должен через это прорываться? Количество оружия не влияет на вынос Гаргону, у него по Гаргонам стабильный дамаг. Он вообще атакует Гаргон каким-то другим оружием, а не орудиями. Нет, просто проблема в том, слышу, что... Слышу тебя хорошо. Слышу мы отлично. У меня ни стимпаков, ничего нет. Какова ситуация? Гиперион на связи. Мы готовы продолжать бой. Враг теснит нас! Вижу все по-взрослому! Посылайте подмогу! Выдвигаюсь. Ну хорошо, я добежал до Гаргон, но смотрите, там просто еще куча народу просто. Без танков и медленного прорыва там вообще делать нечего. Вооружен и оп... Недостаточно минералов. А у меня уже минералы кончились. Недостаточно банально. Минералов. Гиперион разбирается, это бред. Иссяк. Недостаточно минералов. Не, ну все. Не. Обнаружен запуск яд... Еще постоянные ядерные ракеты, понимаете, у меня вообще шансов нет. Ну, есть в теории один шанс на миллион. То есть пускай он уничтожает эти Гаргоны в первый раз. А я сам буду сидеть и как-то пытаться отстроиться. Но опять пытаться сидеть и отстроиться, это такое.
Ксанф находится здесь снова. Адмирал Хорнер расположил свои войска рядом с крейсерами. Да, и я думаю, нам стоит продолжать прослушку переговоров защитников. Готовьтесь к бою! Лучше мы умрем за Арктура, чем станем служить его убийце. Режим готов! Давай! Я понял только одно, что мне нужно очень много танков. Прям вообще очень много танков. Выкладывай. Если я не ставлю базу моментально... Генерал, здесь это... Ну, призрак, которая сбежала. Ну, конечно. Ничего, разберемся. А? Вступаю в бой. Ага. Давайте попробуем быстро выйти. Выйти. Мессера. Слышу тебя хорошо. Уже в пути. Я уже. Жду подтверждения. Вару. Слышу тебя хорошо. Полный вперед! Вряд ли из этого что-то выйдет хорошо. За дело. Отдай! Выкладывай! Режим готов! Потому что единственный способ его хоть как-то задержать, это позволить ему в первый раз просто ломать эти... Ломать горгоны, иначе просто нереально. Нова на связи. Вывести Ксанф на огневую позицию и уничтожить горгону. Слышимость отличная. Полный вперед! Это единственная возможность хоть как-то выиграть. Вижу на радаре Ксанф. Он движется к Горгоне. Готовься к перехвату. Он оснащен огнеметом и бронебойной электромагнитной пушкой. О чем ты мне это говоришь? Делаю! Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. А! Чего, Пуга? Выкладывай, что стряслось? Еду. Просто не знаю. Они слишком ужасные, то есть. Эти ребята не смогут вообще держать никак. Уже в пути. Жду подтверждения. Положить на него. Поняла. Я обо всем позабочусь. Ближе к делу. О, пожалуйста. Черт! Они уничтожили одну из наших горгон. Не знаю, вот как-то так. Говорон! Действовать. Потому что, ну, по-другому вообще я ничего не смог сделать ему. Что стряслось? Пускай он туда. Ребята, я думаю, с огнеметом-то разберутся. Отступаем в док. Вернемся с новыми силами. Теперь Ксанф уязвим, Нова. Но тебе придется прорываться к нему с боем. Это похер, что он уязвим. Потому что я к нему все равно не прорвусь. Нова, Гиперион, связи. Мы готовимся атаковать позиции защитников вокруг Ксанфа. Здорово. Я приведу вам подмогу.
Флот вызывали? ДСМ готов. Эскадрилья со мной. Как же мне нравится фраза новая. Я приведу вам подмогу. Какую нафиг ты подмогу будешь приводить, бестолочь? Недостаточно энергии. Недостаточно Виспена. Недостаточно Виспена. Недостаточно Виспена. Танк на марше! Недостаточно Виспена. Флот вызывали? Больше нам не выдержать. Ну, ладно. Отступаем. Два батлкрузера у меня есть. Говори громче! Пристройка завершена. Поняла. ДСМ готов. Ближе. Поняла. Я воронку делать буду. ДСМ готов. Еще, возможно, третий успел вылететь. Недостаточно Виспена. Недостаточно Виспена. Уже в пути. А я должен его на самом деле сейчас поломать. ДСМ готов. Хоть как-то. Есть работенка. Понял. Пристройка. Приготовиться к следующей атаке. Мы и так задержались. Флот вызывали? Заделав. Здесь нельзя строить. Дэвис ведет Ксан в Гаргоне Доминиона. Дэвис разблокировал отсек с новейшими истребителями. За дело! Недостаточно Виспена. Ребят, я, конечно, понимаю, что Дэвис охрененно крутая, но что может такое? Быть... Да, командир. Неужто? Флот вызывали? Курс пролог. Немного не хватило. Надо идти тащить сюда танки. Либо хотя бы новую, чтобы отснайпидшотить отсек с истребителями. Ну? Слышу тебя хорошо. Не столько завершено. Нам нужен ремонт. Поняла. Недостаточно Виспена. Так, ну вот это уже неплохо. Недостаточно Виспена. Это уже вот, очень даже вызывали? Неплохо. Что происходит? Кого подлатать? Есть работенка. Вооружен и опасен. У меня все равно Виспен ни хрена нет. Так скажешь. Ура! Нова, я готовлю очередную атаку на Ксанф. Присоединяйся, если хочешь. Ил. Прочь с дороги!
происходит? Еду. Это просто, на самом деле, закидывание мясом. Флот вызывали? Давай, удиви меня. Недостаточно Виспена. Это ловушка. Недостаточно. Мне Виспена не хватит банально. Слышу тебя хорошо. Ну? Что на новенького? Вперед! Я потерял один этот. Ядерный арсенал к бою готов, генерал. Хорошо. Атакуйте на свое усмотрение. Кому навешать? Какова ситуация? Выдвигаюсь. Что такое? Повтори. Следующую Горгону нужно атаковать как можно скорее. Время работает против нас. Недостаточно Виспена. Гипериону нужно время на восстановление. Нова. Продолжай пока без нас. Ой, блин. Обнаружен запуск ядерной ракеты. В атаку! Валериан не имеет права командовать флотом своего отца. Ксанф готовится выйти на огневую позицию, Нова. Неужто? Как угодно. Да, командор. Короче, надо первым же прыжком расфигачивать ему сплэшевую установку. Именно ей он меня и убивает. Остальное все общая фигня. То есть там где-то 7 Ямато надо. В атаку! Валериан не имеет права командовать флотом своего отца. Ксанф готовится выйти на огневую позицию, Нова. Вперед! Недостаточно Виспена. Неужто? Да, я просто сейчас всех потерял. Короче, пофиг, я сейчас прибегу туда только мариками и новой. Этих надо. Ямато Ганы мне надо зажать немного. Нельзя мне Ямато Ганы выставлять вперед. Надо их подкопить на самом деле. Валериан не имеет права командовать флотом своего отца. Ксанф готовится выйти на огневую позицию, Нова. Что? А? Эй! Недостаточно Виспена. Какова ситуация? Выдвигаюсь. Поняла. Флот вызывали? Я
Я обо всем позабочусь. Выдвигаюсь. Ладно, пойдет. Недостаточно Виспена. Что происходит? Еще одна Горгона уничтожена. Повтори. Лакс вызывали? Недостаточно Виспена. Вот-вот откажут. Недостаточно. Не, ну в принципе план с крейсерами довольно неплох. Призыв готов. Кого подлатать? Точняк. Флот вызывали? Ну да, конечно. Что такое? Я даже могу... После атаки на Ксан. Не торопись. Нова, мы выдвигаемся в сторону Ксанфа. Надеюсь, скоро увидимся. Линия! Со мной! Идти и потихоньку его ломать. Недостаточно Виспена. Недостаточно Виспена. Недостаточно Виспена. Недостаточно Виспена. На связи. В общем, сейчас главная цель не шибко батона отдавать, точнее, батлкрузеры отдавать. Всех отдал. Есть еще одна идея, как можно это сделать. Насколько я помню, на Ксан все-таки ядерки действуют, то есть там три ядерки. За дело. Как угодно. Есть, сэр. Недостаточно Виспена. Недостаточно Виспена. Кто-нибудь найдите слон. Надо подлатать корабль. Уже в пути. Да, командор. Есть, сэр. База атакована. Давай, враг здесь. Высылайте подмогу. Есть, сэр. Курс пролог. Наши КСМ атакуют. Давай, удиви меня! Ядерное улучшение. Кто на новенького? Следующую Горгону нужно атаковать как можно скорее. Время работает против нас. Недостаточно Виспена. Больше ждать нельзя. Начинайте следующую атаку. Дэвис ведет к... Короче, понятно. Лесть-то тоже было нехорошей идеей. Короче, сейчас сбивая, надо как-то попробовать облететь сбоку, что ли, ее. Надо сейчас, чтобы она запустила эти свои ракеты. Мне сразу вылететь и Ямато сбривать. У нее ракетный блок.
командир. Остальное там не настолько страшное. Жду подтверждения. Что происходит? Флот вызывает. До генерала! Кто-нибудь найдите спона. Надо подлатать корабль. Кому навешать? Недостаточно виспена. Вызывали? Я вот тоже хотел это сейчас проверить. Флот вызывали? Да, командор. Вооружен и опасен. Бегом! Ядерное улучшение завершено. Приготовиться к следующей атаке. Мы и так задержались. Ближе к делу. В атаку! Валериан не имеет права командовать флотом своего отца. Вижу на радаре Ксант. Он движется к Гаргоне. Готовься к перехвату. Недостаточно виспен. Сейчас, короче, резко прыгаем на Ксан. И все просто, все ямато в этого. Все ямато... Успел. Он успел выстрелить. Можно прыгнуть... Стоп, точно же. Можно же прыгнуть к ремонтным докам. Слушай, это хорошая идея. Мне же надо просто кинуть просветку. Тогда я прыгну к ремонтным докам. Тогда надо сейчас Ксан останавливать. Уже в пути. Хотя, зачем его останавливать? Сейчас сделаем проще. Сейчас я просто кину-то просветку и прыгну на ремонтные доки. Гаргону. Итак, ты пробилась к моей базе. Ты хороший солдат, Нова. Ну и я тоже. Не. Нова, Ксанф трансформируется. Я не знаю, что будет дальше. Тебе придется разбираться по ходу дела. Ну, идея, конечно, прикольная. Но нет, этого не стоит. Можно прыгнуть. Надо, короче, прыгать и сразу просто там все зачищать. Только-только, когда он приехал, прилетел на базу на ремонт. Только так я смогу его убить. Это еще, короче, не все. Я не понимаю, что, нельзя вывести Гаргон, что ли? Блин, Гаргоны жесткие так-то. В атаку!
Валериан не имеет права командовать флотом своего отца. Вижу на радаре Ксант. Он движется к Гаргоне. Готовься к перехвату. Да, командор. Кому наверх? Не любите. Так, серьезный урон. Во! Вот так надо. Отступаем. Было. Курс проложен. Что происходит? Неужто? Теперь просто всем надо, ребятам, быстро чинить его. Ну? Так, вызывали? Говорит адмирал Хорнер. Мой корабль возвращается на передок. На связи. Корабль в критическом состоянии. Мы отступаем. Защищайте Ксан! Приказ понял. База атакована. Наши КСМ атакованы. Блин. Идея, конечно, прикольная, но хрен ее реализуешь. Что там столько дефа у этого корабля. Да, командир. Снова на связи. Поняла. Серьезно, намного проще в лоб прорваться. Поняла. Чем вот так вот врываться. Ближе к делу. Уже в пути. Положись на меня. Обнаружен запуск ядерной ракеты. Какова ситуация? Ну, в принципе, я и прорвался в лоб. Недостаточно Виспена. Повтори. Поняла. Положись на меня. Слышимость отличная. Я обо всем позабочусь. Вызывали? Это ловушка. Да. Все, теперь надо отступать. Как угодно. Приготовиться к следующей атаке. Мы и так задержались. Мы теряем позиции. Недостаточно Виспена.
Не, ну проще вот так вот его пробивать. В критическом состоянии. Мы отступаем. Но он не получится. В атаку! Валериан не имеет права командовать флотом своего отца. Вижу на радаре Ксанф. Он движется к Гаргоне. Готовься к перехвату. Эскадрилья за мной! Надо отступить! Мы заплавим атаку позже! Вот что я могу сделать на самом деле, то есть я могу быстро дропнуться туда и очень больно его продамажить. Есть работенка! Вот очень больно. Вызывали? А потом дальше его спокойно пробивать. Чтоб... Да, командир. Тот пипец, который там, я не пробью вообще никак. Требуются дополнительные хранилища. За дело! Слышу тебя хорошо. Выполняю. Ну так я могу прорваться. Гиперион на связи. Мы готовы продолжать бой. Требуются дополнительные хранилища. Может, он вроде Гиперион со мной летает. Есть работенка. Какова ситуация? Положись на меня. Выполняю. Ядерная ракета готова. Враги! Требуются дополнительные хранилища. База атакована. Кому навешать? Я уже там. Защищайте Ксан! Ну вот, в итоге я прорвался, по-моему. Обнаружен запуск. Ядерные ракеты нашего АЗСМ атакованы. Наши АЗСМ атакованы. Обнаружен запуск ядерной ракеты. Наши АЗСМ атакованы. Итак, ты пробилась к моей базе. Ты хороший солдат, Нова. Ну, я тоже. Нова, Ксанф трансформируется. Я не знаю, что будет дальше. Тебе придется разбираться по ходу дела. Кто-нибудь, найдите слона. Надо подлатать корабль. База атакована. Подлайте подмогу! База атакована. Обнаружен запуск ядерной ракеты. Все резервы сюда! Призрак не отступится. Мне нужно больше бойцов. Если проиграем, потеряем Доминион. Все ко мне. Мы пожертвовали слишком многим, чтобы проиграть. База атакована. Наши КСМ атакованы. База атакована. Да! Все кончено. Это был просто алын. Сканеры показывают множество раненых на борту, но Дэвис еще жива. В эфире только шум. Она не выходила на связь с момента крушения. Отправь мне последние координаты. Я найду ее. Конечно. Ha ha ha.
Это был просто алыл. Слышу тебя хорошо. Я забил на свою базу, вообще ничего не осталось. Дэвис уже рядом. Похоже, она одна. Отлично. Новембер Терра. Я знала твою семью, когда ты была еще ребенком. В то время мы все были на одной стороне. Прошлое не имеет значения. Я заплачу за свои ошибки. И я знаю, зачем ты здесь. Ты считаешь, что поступаешь правильно. Но если ты сделаешь то, что задумала, значит, ты ничем не лучше меня. Подумай, пока не поздно. Я все сказала. Ну что, ты все сказала. Поняла. Какова ситуация? Нова на связи. Положись на меня. Извини, под мой контроль я взять не могу. Катись к черту. Нова, что ты наделала? Знаю, что ты здесь, Нова. Сегодня ты нарушила приказ Императора. Но я помню его еще кронпринцем. Тогда Валериана интересовали только инопланетные артефакты. Я вступил в его фонд Мёбиуса. Хотел поразить всех своими изобретениями. И... погубил карьеру. Эта команда все, что у меня, у нас осталось. К чему ты клонишь, Райгель? Мы верим только тебе, Нова, и пойдем за тобой куда угодно. У Доминиона всегда будут проблемы. И мы будем решать их по-своему. То есть... вот так, да? Главный сюжет дня – недавняя попытка государственного переворота. Волнения в Доминионе утихли, когда император Валериан вернул контроль над правительством... и обнародовал доказательства вины защитников человечества. Опросы показали, что большинство граждан считают ликвидацию такой опасной преступницы, как генерал Дэвис, абсолютно оправданной. Что нам делать с Новой? Ничего. Пока ничего. Понятно, до меня решился двух лучших призраков. Сначала он потерял Кирига, а теперь и нового. Круто. Ну чё? Блин, финальная миссия, конечно, это жесть. Я изначально пытался пойти в Батлкрузера, но, блин, это так тяжело было сделать. Это серьезно, это был лютый алый.
ладно. Ну, в общем, если не брать во внимание то, что миссии крайне жесткие, то все довольно неплохо. А, в смысле, все войска на корабле. Это же наемники. У нее войска — это элитные наемники. Ну, не совсем наемники, это так-то элитная армия. Так что их мало, но они сильны. Хотя, если учитывать, сколько там... Понимаешь, вопрос не в этом. Как у нее помещается такое количество батлкрузеров? Ты спроси на корабле. Когда батлкрузер... намного больше этого корабля. Ну, в общем, неплохо было. Ладно, от последней миссии я немножко подгорела. Ладно, фиг с ним. Эта фигня очень жесткая, которая ездит. Но при этом на твою... не знаю, на твою базу нападают. Тебя откидывают... долбанными ядерными ракетами по КД. Как так жить, а? И при этом эта хреновина может расхерачить тебя к чертовой бабушке. Всего лишь одна может уничтожить 200 лимитов за каких-то секунд 5. Че за бред? Ладно, хоть батлкрузеры терпят 1000 ракет, но там они вообще краснющие оставались. Я не знаю, какая садюга делала эту миссию, но оторвать бы этой садюге руки. Как тебе сказать? В компании протосов их просто много. Понимаешь, в компании протосов на тебя прут просто очень много противников. Это не такая большая проблема. Здесь противников немного, но, блин, они просто очень сильно напрягают. Понимаешь, проблема в том, что тебе надо постоянно иметь армию, чтобы выносить вот этого робота, при этом на тебя постоянно нападают. Понимаешь, за протосов было проще в том плане, что ты построился где-то там в осаждении себе и никуда вообще не дергаешься. То есть просто играешь в Tower Defense. А здесь она носится, убивает, да хрень еще катается. И шаг вправо, шаг влево, ты просто лишаешься всего лимита за один залп. Это такое, просто такое. Знаешь, если бы у меня были батоны в компании батлкрузеры в компании Затлосов, это была бы легчайшая компания в моей жизни. Такие батлкрузеры, которые стреляют сразу по нескольким целям. Было бы просто офигенно. Во-первых, они жирные, стреляют по нескольким целям, и самое приятное, их можно чинить. В общем, компания довольно приятная была. В меру подгорания, в меру... В общем, игра напрягает, она реально напрягает. Хотя, блин, меня на самом деле бесит то, что куча миссий, где надо успеть вовремя что-то сделать. То есть, никакой стратегии, ни сего. Максимально штампуй армию и несись вперед. Молясь, что ты успеешь что-то сделать. Вот это меня всегда раздражало, но, блин. Вся компания за новую такая, чё ж.
раз времени. Блин, уже половина четвертого. Шпси. Хорошо так посидели, кстати. Никакого послесловия не будет. Давайте, финальный ролик. Не, по-моему, ничего не будет. Не зря я дал свои деньги, по крайней мере, когда покупал эту компанию. Теперь я это чувствую. Сразу не прохлопнут момент, когда хитро пойдут по второму кругу. Кстати, да. Они ходят по второму кругу? Я их проскипать как-то могу? О, проскипал. Загрузка? What? То что-то еще будет? А, заданий-то всего 9 было. Так, интересно. 70%, мне еще 20% ачивок получать. Что за ачивки-то? Смотрите. Ну, нифига себе, 333 юнита, вау, это жестко. До его третьей активации. Вау. А я не знаю, почему он стал на нее похожим. Ладно. В общем, всем спасибо, кто сегодня со мной был. Надеюсь, вам понравилось. Воду я все-таки, наверное, выложу. Там будет пару моментов, где я долго-долго потерялся, конечно.
на эту компанию. Ну, в общем, ладно. В общем, компания неплохая, она стоит своих денег. Может, и не стоит. Решать каждому, конечно, самому. Я считаю, что... Ладно. Я сам себя уговариваю. Но она того стоила. В общем, всем спасибо, кто сегодня со мной был. Приходите завтра, не знаю, в 6-7 по МСК. И, наверное, мы продолжим Dragon Dogma. А на этом все. Всем спасибо и до новых встреч.